Ингредиенты, которые нам потребуются для запеканки. Это кабачки, картошка, томаты, чеснок, зелень, сметана, твердый сыр, колбасный сыр, он немного прикапченный, соль, перец по вкусу. Все овощи промываем водой, с кабачка срезаем хвостики, картошечку чистим от кожуры. Нарезаем кабачок, картошку и помидор вот такими вот колечками. Итак, берем теперь форму для запекания и приступаем к выкладыванию овощей. Овощи выкладываем внахлёст друг на друга. Пластинами нарезаем зубочки очищенного чеснока и выкладываем его сверху овощей. Затем все это солим, присыпаем перцем, сбрызгиваем оливковым, кукурузным или растительным маслом и отправляем запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Итак, пока запекаются овощи, мы натираем два вида сыра на терку. Колбасный сыр в этом блюде имеет свое преимущество тем, что он обладает легкой ноткой копчености. Готовим соус. В миску выкладываем сметану, вливаем 50 мл воды и добавляем колбасный сыр. Перемешиваем. Через 15 минут достаем овощи из духовки и заливаем сметанным соусом с колбасным сыром. Теперь посыпаем всю эту красоту вторым сортом тертого сыра. Запекаем блюдо в духовке 40-45 минут.